Добрый день, дорогие друзья. Это мы. А это вы. И это Студсоюз Ньюс. Второй выпуск Анусина 2013. Турслет исторического факультета БГУ. Вы готовы? Поехали! Поехали! Ребята наши волнуются, не могут успокоиться, ждут приезда первокурсников. Нервы на пределе, просто на пределе. Я все запорол, все. Несмотря на не очень хорошую погоду на турслете в Анусино, наши дети все-таки прибыли. Они, я вижу, заряжены бодростью. А вот то, что вот лежит вот там, это истфак БГУ настолько суров, что отставляет пикетчиков на ночь здесь спать, да? Ну, не совсем, но я задремал немножко, пока ждал наших первокурсников, я тут храпел. Назовите, пожалуйста, свое имя и фамилию. Илья Рудерман. Вы с такой фамилией больше всех взяток берете сегодня, да? Нет. Вы бедный еврей, да? Да. В чем смысл вашего бейджика? Так, сразу не сказать, в общем, дешево, 50 тысяч за подсумок, противогаз и фильтр. В наличии имеется. Может, не будем ставить. До второго я уеду. Один должен держать это яблоко, другой должен съесть, но не прикасаясь руками. А можно мы с вами смотрим? Ты скажи, это микрофон, мудак. А зачем вы сюда все припёрлись? Чтобы поучаствовать, попробовать себя в этих конкурсах и даже, возможно, победить. Наивные ребята. Ага, вот эти ребята. Лёша? Лёша, а что ты здесь делаешь? Просто у нас Анусина. Анусина просто? Что такое Анусина? Расскажи мне. Это конкурс. Мы проходим пикеты, все такое. Показываем свой шоу. Вам весело? Да. Да. Поставить на работе Лилии Владимировны Трейшик. Здравствуйте, Лилия Владимировна. Расскажите, довольны ли вы работой Студсоюза в этом году? И в этом году я, наверное, единственный человек, который был на всех турслетах. И не только довольна Студсоюзом, но и довольна всем нашим студенческим активом. Всем здорово! Проверка звука. Паша лежит, спит. Чирикает красных червячка. Оксана! Оксана, не буйня! Красная шапочка, тевтон. Where me go? Do it like this.